Кремля, куранты Кремля, слушайте, честные люди планеты, слушай, могучий трудящийся класс, у микрофонов отчизна советов, Красная площадь в эфире сейчас. Слушайте, говорит Москва, говорит Москва. Товарищ маршал Советского Союза, войска Московского гарнизона во знаменование 50-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции для парада построены. Командующий парадом генерал-полковник Ивановский. Юбилейный парад войск принимал министр обороны СССР, маршал Советского Союза Гречко. Проводить парады в день рождения советского государства вошло в традицию. Начало этой традиции было положено еще при жизни вождя революции Владимира Ильича Ленина. С тех пор на Красной площади прошло более 100 парадов. Они являются боевым рапортом наших вооруженных сил, партии, родине, народу. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас 50-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. Пролог парада напомнил о героической истории нашей армии. Орлятами называли в годы гражданской войны таких вот молодых бойцов. За счастье, за волю, за лучшую долю. Батальон знаменосцев в кожаных куртках. Их носили первые красные комиссары, боевые полпреды партии в войсках и массах. Красная гвардия. Такими были первые военные формирования рабочего класса, поднявшегося на штурм Старого мира. Их создавала большевистская партия, готовясь к вооруженному восстанию. Защитница революционного Питера, гвардия рабочих и крестьян, стала основой первых полков Красной армии. Вспомним человека с ружьем. Бывалые солдаты, участники Первой мировой войны, они смело пошли за большевиками. Решительно встали на стороны революции. На Красной площади легендарные бойцы революции – матросы. Это они, революционные моряки Балтики, полвека назад подняли пролетарский стяг на Авроре
и орудийным выстрелом возвестили начало новой эры в истории человечества. Давно не видели парады кавалеристов. В современной армии их нет. Лихие кавалеристы Буденного и Чапаева, Котовского и Дундича гордо пронесли над страной алое знамя революции. Мы никогда не забудем героев Каховки и Перекопа, тех, кто в годы гражданской войны громил полчища интервентов и белых генералов. Овеянные легендами конармейские тачанки. Это на них совершались смелые рейды по вражеским тылам. И, вероятно, с такой же тачанки Анка-пулеметчица, боец Чапаевской дивизии, косила белогвардейские банды.